Доброе утро. Мистер Галлагер, буду откровенна, поведение вашего сына наиболее вопиющее, что я видела за все время работы, а я тут уже давно. Больше 90 вам уж не дать. Он затерроризировал этих учеников до такой степени, что по моей школе они ходят в ужасе. Школа не должна быть дворцом ужаса и террора. Она должна быть дворцом знаний. Если дети не чувствуют себя в безопасности, как они могут учиться? Никак. Она меня спрашивает, Максибан. Единственный способ повлиять на Карла — заставить его взглянуть в глаза тому, что он натворил, и заставить все это впитать ради его же блага. Сделай, что она сказала, ладно? Он не может просто это сделать. Ему надо активно со всеми взаимодействовать. Есть предложение? Да. Он должен извиниться перед моим ребенком и всеми остальными, обратившись лично, искренне. Ой, избавь нас от этого сопляжуйства, а? Задирание — важная часть экосистемы. Они учат детей стойкости. Мир — суровое место. Задирание сродни получению прививки. Это вакцина. А вы, сопляки, должны учиться держаться подальше от таких, как мой сын. Вот что вы выучиваете, когда задира бьет вас по лицу. Как Стив Джобс стал великим, как думаете? Задиры. И я гарантирую, младшенькому в 30 будут давать самые горячие цыпочки, потому что сегодня его задирали. Хотите, чтобы ваш ребенок встал во весь рост? Мой сын через 10 лет будет собирать мусор с обочин в рыжей робе, а ваш будет в медуниверситете лечить рак и драть телочек. Обращайтесь. А что, если я хочу лечить рак? Повезет, если гонорею от сокамерника не словишь. Говорю с любовью, сынок. Домой. Я так тобой горжусь, пап.